голову делать передачу. Сыграл с Игнатьевым, который тоже предпочел сохранить мяч, нежели обострить ситуацию у чужих ворот. Амисулашвили. Резкий какой пас вперед. И точно в голову Жалди не попадает. Низа передача. И опасно. Так здорово. Гол! Вандерсон! Идеально построенная атака. Посмотрите, все началось с передачи Амисулашвили. Я жду, честно говоря, начало повтора именно оттуда. С этого паса центрального защитника, капитана команды. Затем скидка головой на фланг и замечательное взаимодействие вот здесь. Анжелкович с Жуао Зиньо и голевой пас 22-го номера идеален на ближнюю штангу.